Здорово, друзья, здорово. Короче, решил у вас поинтересоваться и темой сегодняшнего нашей бесполезной болтовни будет, как вы распределяете свое время, успеваете ли вы все и ваше здоровье. Так, ну чё, есть какие комментарии? А то что-то время вроде есть, а время-то и нет. Всем привет, Серега с вами, щелчок, банка, вот она здоровая, вот они сиськи, вот еще банки, короче, все такое. Так, что там? Ой, спасибо, дружище, что ты начал ходить в зал. Твое здоровье. О, если что, расти делать перед сном, Рич Пиано вам голову пудрит. Так, что еще? Будет у вас какие-то предложения? Мне нужно узнать, как вы распределяете свое время. Потому что я ни хрена не успеваю вечно. Янцо? Где ты увидел янцо? У меня все четко. Так. Составляем план на день. План на день — это отлично. Что еще? Все дело в последний срок. Планирую день с вечера. Это прекрасно. Еще есть какие-то комментарии? Может быть, что-то новое я от вас подчеркну. Я ничего не успеваю. На работе. Да, уходил. Ой. Да, очередь уже с программами 100%, поэтому я и спрашиваю вас. Времени не густо, не густо. Вот я и пишу расписание. В принципе, его написал. И на самом деле я посмотрел, если я буду работать 4 часа в день, утром и вечером, у меня будет столько свободного времени, что я могу еще не знаю, что делать. Но вот как-то, блин, сядешь за комп работать, вроде работаешь, не работаешь, потом хоп, на какую-то жопу смотрелся и смотришь на эту жопу, смотришь, и все, и затянула эта жопа. Или там уже очнулся, а ты смотришь на ютубе, блин, не знаю, какую-нибудь хрень глупую, как в Доме 2 дерутся. Ну, думаешь, блин, как тебя туда затянуло? Ты вроде, блин, соображающий человек. То есть, вроде у тебя есть мозги, ну, хоть немного-то есть. И ты, блин, приходишь и смотришь эту тупую хрень. Ой. Такие дела. Интересно, Астюх смотрит мои трансляции? Ой, где Клок отвечает? Перископим? А то я подписан на 1000 человек. О. Тан-тан-та-та-тан. Это Слава? Это Слава, Настя. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здравствуйте, господа, здравствуйте. Тема сегодняшнего обсуждения... Моганпик? Чё Моганпик? Тема сегодняшнего обсуждения — планирования делов. О.
Тан-таран-тан-тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан. Миша из Немаги размотал Симонова. Чё? Чё? Ничего не было. О, привет, привет, Натали. Как у тебя дела? Как там ваша солнечная Лос-Анджелес поживает? Как программа питания? Как тренировочная? Я вообще тебя скинул. Я даже не соображение. Так. О, получается тренером, что пьешь. О. На лоботенах. Чуть это на лоботенах, я не понял. Я же ничего не скидывал, блин. Я же ничего не скидывал с программы и тренировок. Извиняюсь. Это все, блин, не знаю. Короче, пошел. Короче, ну, я, наверное, не в теме ваших юморных каких-то новых движений. О, Слава, привет. Че хотел сказать-то? Вы пишете и забывайте мне. Привет, Слава, привет, Даша, привет, Натали, привет, Никита. Кто там еще из знакомых? Мои анализы кто-то тут скидывает. Ленинград. Так. Ну, да, нет, смешал тут немножечко сачку с водичкой. Прическу сделал, чтобы быть похожим на яйцо. Так. Ёпта, я же хотел еще снять видео про спортпит. Ха-ха-ха-ха-ха. А, Серега, идиот. О, ну да, Радюша, пришли. Пришли что-нибудь интересное. Каких-нибудь голых фоток. Так, что еще? Забыл. Что забыл? Господь, дай мне мозгов. Ну, хоть немножечко дай. Дай мне немножечко мозгов. Хотя бы две извилины. А то одна, блин... Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. А я даже ничего такого не... Или мне кажется? Наверное, кажется. Так. Шанкин, мастера. Думаю, выполнил. Бум-бум-бум. Шанин день работает. Здравствуйте, здравствуйте всем. Всем счастья, здоровья, любви, успехов, зеленых шейкеров, здоровых банок и лысых бошек. Кому нужно. Это такое освещение просто. Из-за этого и кажется, что я наркоман. Наркоман этот, наркоман качок. Зато зубы белые, вообще жесть. О, Мишаня сегодня встретился в этом самом в клубе. Так, понятно. Все сводится к ежедневнику. Так не люблю я ежедневники никакие. Ну, походу придется. Так. Торчок, дурачок. Морозы крещенские. Надо искупаться пойти будет завтра. Сниму видос в Инстаграм, выложу. Если будет кому снять. Как я в крещенские морозы, в холоднющий, на пляже Найхарн. Побегу в воду, в холодную. Градусов 20, наверное.
Так. Планирую время. Планирую время, ничего не успеваю, хотя время полно. Как так? Как такое может быть вообще? Когда, Серега, бабу ты себе уже найдешь? Я вот не знаю, на самом деле. Я рассуждал по этому поводу. И вот не знаю, что делать. Надо ли искать или не надо? Надо ли? Может, я перестану жрать? А я перестану жрать. Но тогда потеряется иллюзия свободы. Иллюзия свободы. Так. Время. Надо время планировать. Да, в принципе, все просто, что надо складывается к ежедневнику и плану на день следующий. И план на неделю. В принципе, вот и все. Вот такие дела. Аушо. Шо? Шо? Так, ну чего вы хорошего-то мне можете сказать? Доска у меня была в этом самом, в Питере. Очень удобная штука. Здесь, где я заведу. Еще философии про свободу. О, на самом деле, какая история? Когда живешь с девушкой, то все время думаешь, блин, о этом самом. Думаешь, что он там, блин, какая девочка, там девочка. Но в то же время, так как я самый, не знаю, самый честный, что ли, нечестный и порядочный молодой человек, я никогда не буду никому изменять. Но эти мысли-то, они в мужской башке все время будут бегать. Вот они носятся. Ой, носятся. Даже какая-нибудь задница будет проходить накачанная. Все равно будут такие мысли. И идти. Но в то же время, когда ты получаешься в какой-то иллюзии, в каких-то скован рамках, то тебе хочется вырваться и быть свободным. А когда ты становишься свободным, то ты, блин, по полгода без секса. Вот такие дела, короче. А когда ты свободный, тебе вообще плевать. Ты и так пофлиртовал, пофлиртовал, и все. И нахрен. И так. И счастлив. Какую-то галочку поставил. Может, не надо тестостерон колоть? Чтобы у меня был сперматоксикоз. Такой, черт, где еще женщина? Еще надо, еще. Сегодня было 10 женщин, а еще только 12 часов. Надо 12 женщин. Вот так вот можно. Че вообще с вами тут разговариваю? Что за хрень вообще, я не знаю. Я вообще, блин, разговаривал о чем? А? Вы меня опять привели не туда. Короче, в чем все складывается наш сегодняшний этот самый. О, Гошан, кепку нашел мне. Посмотри кепку. Есть кепка там. Прикольная какая-нибудь. За 200 рублей. Гошан поехал в Малайзию. Нету? Ну не покупай ничего тогда. Да ничего не покупай. Гошан в Пенанге прокатывает визу в прошлом выпуске. Планирование времени. Блин. Том сам. Ну и ешево. Да ладно, что ты, смотри, там не просри выезд, а то остаешься в Малайзии, блин, навсегда. А то ты можешь. Гошка вернется завтра. Гошка вернется завтра, будет он вечером, ночью. Телефон садится, блин, с вами все. Ой, а что, а вы 24-го уже будете, да, здесь?
Сегодня у нас 19-е, да? Катя заберут из гостиницы? Я-то откуда знаю, Катя заберут из гостиницы? Еще не узнал, короче. Тебе там бумажку должны дать были маленькую. На которой написано чек-аут или что-то такое. Когда ты должен выехать. А? Видел бумажку такую? Или не видел? Ты вообще куда старел там? Жопу какую-нибудь увидел, наверное, опять. Или храм. Или жопу в храме. Да у меня и там тоже дверь открыта. Вон могу. Ой, что-то какой-то хреновый. Что это с телефона? Что-то телефон зашуршал. Он так нагрелся, как будто он скоро сдохнет. Как будто и можно гладить этот. Как ты не приедешь? Чего ты не приедешь? Что, нагрело, что ли? Не приедет она. 26% жира, это очень много. Очень много. Как ты определил? По дурацким весам каким-нибудь? Дурацкие весы можешь выкинуть куда-нибудь. Или сказать, что они работают. Я когда проводил этот эксперимент за 2 недели до соревнований, у меня показал уровень жира, блин, не знаю, 15, а у оператора 8. За весы за 100 тысяч рублей стоили. 100 тысяч рублей. Как они мерят? Что они делают? На гуще гадают, что ли, эти весы, блин. Ой, там воды попей, соль поешь, и они покажут совсем другое. Так что уровень жира нехрен мерить, можно талию просто мерить, смотреть. Или прослойку жира оттягивать на животе и радоваться, как она уходит. Ой, чё вы там несёте-то вообще? Где комментарии, как не спланировать день? Знаете, как мне надо спланировать день? Мне надо нахрен не выходить в перископ. Тогда у меня будет больше времени. На сколько? На 30 минут. Чё, у Гошан большой живот? Дошли, да не переживай ты. Даже если ты будешь весить 70 килограмм или 75, мы будем любить тебя такая, какая ты есть. Прекрасная. За твои глаза и улыбку. И за орех. О, такие дела. Что ты несешь? Что ты несешь? Я набрал вес на мороженое. Жрал много мороженого. Вот весь вопрос. Ответ. Так, Леди Боев. Опа, привет из Крыма. Вон, Гошан с животом обожает. Дашня. Дашню. Ой, боже ты мой. Так, ну что у нас? Что у нас за хрень еще у вас? За дурацкие вопросы. По планированию времени есть у вас какие-то комментарии, может быть? Я ругаюсь? Да ладно, я даже не ругаюсь практически. Я разве сказал, что это матное? А? Епте. 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 Брокколи сегодня делал на гриле. На гриле она такая, ничего, терпеть не могу брокколи. Честно скажу. Честно скажу. Спать надо лечь, да. Спать надо скоро лечь. Вчера лег, кстати, в час. Сегодня уже 1:30. Лягу, наверное, к 2. Сергей Наварский. Шуточки, шуточки. Гош, напиши что-нибудь, какую-нибудь хрень. Шпак силикон, как его раскачать таким? Вон, Принц Георгий 2.
О, походу мы едем на Гоа. Че пошлю-то? Я еще даже не помню, че пошлю. Где я пошлил-то? Постил. Кто под столом-то? Что ты несешь? Что за дурацкий комментарий ты пишешь? Тебе не стыдно? У Гошана бабки откуда? Откуда у Гошана бабки? Не знаю, почки, может, продает свои. Может, хер знает, бабушек грабят у тайских. Не знаю, откуда у меня деньги. Может, у меня пропало бабло. Может, он продал мою GoPro. Что-то я не нахожу ее. Гошан, где моя GoPro? Сегодня, блин, GoPro, кстати, была нужна. Надо купить новую. Так. О, что там у нас? Мы расставляем приоритеты. Интересная штука. Да, надо еще в планировании расставить приоритеты. Что более важно. Хотя, в принципе, можно все успевать, если просто двигаться по этому. Тут. Достигатор. Ой, да достигатор, блин. Это все, блин, хрень полная. Надо просто делать, так же, как и качалка. И питание. По идее, конечно, с питанием все сложнее. Сколько можно заработать тренером? От 5 до 200 тысяч. Тут. Да записываю я, вчера все записал уже. Сделал себе план на день. С тренировками, с кардио, с завтраками, с работой. Но сегодня старался уже так делать, но не вышло. Наверное, было незапланированные какие-то у меня. Ну да. Дрыхнуть меньше, ну не знаю, что-то очень тянет спать, особенно с утра. Просыпаешься, вроде даже не ешь, все равно тянет спать. Хотя поспишь, блин, часов 8-9. Георгий, ты как всегда прав. Так что что, ты думаешь не делать попыток ставить жизнь в график, в режим какой-то? Блин, надо вставать вообще врань, чтобы видеть свет. Чтобы часиков 7-8 бы вставать. И видеть солнце, как встало. И видеть, как село, а не только как садится. О. Спонтанность, блин. Сегодня спонтанность такая была. Пошел в зал, и в итоге что сделал? И в итоге приехал домой вечером на полчаса и уехал. И приехал, блин, в 11 практически. Да, кстати, кто-то лайков накрутил мне. 85 миллионов. Не знаю, кто, блин, этот человек. Добрый ли он, или это сделано для того, чтобы убрать меня из Перископа.
Да, на велике надо бы чаще гонять. Да я, блин, не гоняю на велике. Я думал, много чего буду делать тут. Но, как говорится, не пошло. Кстати, кто подписался, не подписался на мой инстаграм? Есть такие? Ну-ка, быстро подписались в мой инстаграм. Вот я пощу банку. Банка, блин. Одни банки. Что тут есть? А, здесь есть прикольный видос. Таня Царева. А, этот видос Таня Царева. Ты слышал? Дожди начались в Таиланде! В Таиланде дождь, что ли? Да, Серег, походу это дождь. Таиланд. Ты слышал? Дожди начались в Таиланде! В Таиланде дождь, что ли? Да, Серег, походу это дождь. Ай, жесть, блин. Походу дождь в Таиланде. Походу дождь в Таиланде. Где же у нас Оскар с Григорием? Танцевать? Вот тебе танец небольшой, чтоб много калорий не сжигать. Как тебе танец? Дыщ, 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 дыщ. Все для тебя, Георгий. Все, хватит танцевать. Ладно, не добавим еще немного щелчков. Это просто гениальный танец, Серега, блин, без мозгов. Вот, блин. Мозгов ему прибавилось чуть-чуть. Че он там жрет от такой хрени, бля? Питер, Москва, Ишанькин. Возьмет, начнешь, не знаю, когда начнешь. Дядя Сереж, чуть-чуть я не в настроении это. Я в прекрасном настроении. Потому что не видно, что я в прекрасном настроении. А? Чё, ёпт? Проблемки? Как настоящая тебе. Серега, блин, надела. Да. С прыгуном потрындел, посидел в зале сегодня. Потрещал. Потрещал. Ухаживаешь? Как ты ухаживаешь, блин? То, что ты живешь в Азии, это называется ухаживать, по-твоему? Ой, 2 года. Вот дает. Вот дает. Или то, что ты 3 раза этот чудесный тайский дом подмел. Ешь за меня. Ну, тогда да. Тогда ты молодец. Ты тут хорошо продвинулся. Даже обогнал меня, наверное. Порой. Сегодня в тайский буфет ходил за 200 бат. У-ху-ху-ху, жри за 200 бат. А? Как вы думаете, чей там нажрал? Я сделал там белковый суп. Ой, как обычно. Чуть подбанкротил этих тайцев. Пум.